мои хорошие ребята. Что творится, вообще не представляю. Собаки скоро будут через верх шагать сюда. Вот такого хаоса, ребята. Ну что это такое, а? Там убрали, там счистили, здесь еще не успели. Ребята, не хватает рук, а снег все метет и метет. Как его отсюда вывозить, мы не знаем. Срочно нужна помощь. Так, ребята, завал полный. Двери приходится отколачивать, чтобы зайти. Сломалась одна дверь. Сейчас будем делать ее. Вообще сломалась. Что, мои красивые? Привет, малыш. Привет, мое солнышко. Маленькие мои. Да, солнышко мое. Да, да, да. Привет, детки. Привет, деточки мои. Сейчас. Сейчас разносим корм. Сейчас еще водить. Что, мои золотые? Ребята. Все надо чистить. Сломались две двери. Маленькие мои. Да ты мой красивый. Каменные. Ох, ребята, перезимовать бы нам. Все-таки, друзья, когда есть навесы, это счастье. Только надо их укреплять. Под наши зимы, ребята, навесы надо укреплять. Ох, елки-палки. По некоторым проходам даже пройти невозможно, ребята. Некуда выгрести снег нам. Тише, ребята, тише. Так, корм разнесли, сейчас водичку вносим. Привет, мои хорошие. Ты дрито, мать. Да что ж творится-то, ребята? Что, мои хорошие, метет и метет и метет. Ребят, нам нужна помощь. Господи, как же нам нужна помощь. Thank you.
Сейчас. Сейчас пойдем туда. Подожди. А то на голову опустишь. Так, здесь воды нету. Давай воду, 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 до самого конца воду. Колодцы, замерзла вода, получается. Бежит вот сейчас, я не знаю, какой-то кран лопнул. Вот опустили на веревке насос, воду откачать. И обогреватель. Напряжения не хватает в сети, поэтому пришлось генератор и вот бензин. И вот он стоит весь день у нас греет. Пока вот все там на дне, все во льду. Не знаю, видно, не видно. Вот. Я думаю, видно. Лед. Один лед. Замерзшая вода. Не знаю. Главное, чтобы трубы не разорвало пластиком. Вот получается погрев. Лампа одна греющая. Вторая. И маленький обогреватель. 2 киловатта. Он работает у нас наполовину. Вот. Обогревателя не было. Лопнул этот кран, с которого воду берем. Вот он, видишь, лопнутый. И течет. Надо менять. Кран. Четвертной фраз. Тут вот кран поставили. Все, вроде открыто. Вода нигде не слюняется, все это. Тот, который от мороза лопнул, придется выкинуть. Вот другой колодец, с которого воду берут. Обогреватель внизу стоит, потому что колодец над землей, он промерз. И здесь получается, ну, не знаю, видно, не видно, видно. Вот он, лопнул шланг. Все, капец. Стекло. Пары нет. А менять его вообще невозможно. Как дела? Вот такие дела. До сих пор с водой. Тут все течет, и на генераторе, в розетке напряжение 150 вольт. Не включается скважина. Вкачаем воду на генераторе. Греющий кабель завернут. Воды нет. Сегодня убираем в бытовках, выгребаем все. Вот, почистили здесь, почистили здесь.
Сейчас насыпали сюда опилки, сейчас засыпем еще сено. И у нас будут здесь. Сейчас все сюда выгребли. Это, ребята, старое, все грязное. Так выгребаем раз в полторы-две недели. И меняем все на новое, на чистое. Так, ребята, сделали вот так. Здесь у нас мама. Специально повесили даже на дверцу, чтобы... Это когда заходим, провод опускаем. Вот такая у нас мама. Вот так. Все, вода возле калорифера, сена много. Все. Так, провод сюда повыше. Там выход на улицу. А там мама с детем. Все. Так, что у нас здесь? Здесь тоже мы детям убрали. Чего тебе? Да. Что, мои хорошики? А. Ложитесь хорошо. Так, чтобы сена много. Так, ребята, а здесь мы к стене сено не подвинули. Там малышка легла, она прям к стене. Надо побольше сена положить. И а? Еще. Ну-ка. Тепло? Тепло. Сена много положили. Да, мои хорошие. Мои маленькие. Убрали, сено положили. Отлично. Там наверху.